Из всех 9 районов Самары Кировский оказался в привилегированном положении. На его территории пройдут игры чемпионата мира по футболу, строится главный стадион, а также дороги и развязки. Вдоль гостевого маршрута ремонтируют фасады многоэтажных домов, приводятся в порядок улицы и тротуары. Сейчас завершаются сезонные работы. Город готовится к зиме. На финишную прямую выходят дорожно-ремонтные работы. По ремонту уличной дорожной сети, ремонт карты на территории района завершен. Порядка 80% у нас осталось улица Алматинская и остался проспект, частично проспект Металлург. Это процент выполнения 60-70. Связано это с работой ВТГК по перекладкам. Причем по перекладкам это вне вашего постановления за дополнительные деньги. О состоянии района речь шла на совещании, которое глава города Олег Фурсов провел по итогам поездки по отдаленным территориям. Многое из того, что предстоит исправить, вполне по силам местному самоуправлению. Общественные советы и управляющие микрорайонами должны больше уделять этому внимание. В районе мало цветов, зато много травы и старых засохших деревьев. В дворах за счет района идет ремонт малых архитектурных форм и внутриквартальных проездов. В то же время ограждение палисадников сделано из чего попало. Не окрашены заборы школ и социальных объектов. Автостоянки даже легальные в неухоженном виде. Управляющие микрорайонов, проводить мониторинг состояния микрорайонов, для этого разработать учетную форму, где, например, вот, перечислить хотя бы вот те позиции, о которых сказал я, да, там наличие или там состояние ограждения палисадника, да, наличие сухостоя, там, наличие вот этих покрышек, не знаю, там, зимние накопления во дворе, наличие граффити, и с каким-то периодом, там, раз в неделю, там, или раз в две недели, проводить такой обход и смотреть, что изменяется. В частном секторе в этом году рекордный километраж отсыпали гранулятом. На это ушло 16 тысяч тонн каменной смеси. Там, где раньше были ямы и бездорожья, теперь легко пройти в любую погоду. Однако проблем в одноэтажных кварталах еще много, особенно если учесть, что долгие годы этими территориями почти не занимались. Олег Зверев, Станислав Левин, События.